Встречать с рушником, но не хлебом, солью, как принято в Центральной России. Как только образовалось наше село в 1847 году, предки наши просили гостей завязать узлы. И насколько крепкие эти были узлы, прям вот смотрели, вот так завязывайте. Быстро ли развяжу? Вот, быстро получилось. Мы делимся своими знаниями по традиционному. Вы настолько любите свой регион, вы настолько в него верите и заставили нас поверить. Мы тоже его полюбили. Просто не останавливайтесь. Ну, нам есть что показать, есть чем похвастаться, чем вас привлечь. Ну, а действительно, для, в общем-то, самого города Минусинска, для нас, это те туристы, которые увидят и, возможно, захотят приехать. Это вообще, в принципе, кто-то из гостей, которые не знают, где находится город Минусинск, южная столица Красноярского края у нас. Такие фильмы, наверное, в большей степени популяризируют наш район. Да, мы сегодня говорим о том, что это есть концепция развития Шушенского района и поселка Шушенского как одного из центров туризма Красноярского края. Так оно на самом деле и есть. Самое главное, что мне всегда важно в кино для меня, это человеческие, ну, отношения и людские, обычные. Да, и поэтому мы отработали здесь просто необыкновенно. Ни в чем у нас не было проблем. И мы говорим это совершенно, ну, искренне. Красноярский край не стесняется показывать себя, пригласил нас. И мы этому очень рады. Действительно, когда мы попали в атмосферу, дружественную атмосферу, и мы понимаем, что руководство Красноярского края хочет снимать кино, мы туда поедем. И не только мы, и вы туда поедете. Вы поедете туда, где вас ждут. Очень давно кинематографисты российские не снимали полнометражных фильмов игровых на территории Красноярского края. Мы решили их пригласить. И как радушные хозяева, показываем все наши достоинства, красивые пейзажи, пытаемся им как-то помочь. И сегодня к нам приехали продюсеры. Мы очень хотим их заинтересовать, хотим пригласить их снимать в Красноярском крае, потому что, как сегодня очень точно заметили вот во время нашего круглого стола дискуссии, что это нужно прежде всего не кинематографистам, не краевой власти, это нужно людям. Потому что если мы оглянемся назад и вспомним прошлый год, когда Красноярский край отмечал 200-летие Енисейской губернии, было десятки мероприятий, строились памятники, реконструировались здания и так далее. Но самым ярким эмоциональным событием празднования 200-летия Енисейской губернии стал выход фильма «Красные Яры». Главное, что может и должно привлечь кинопроизводителей в регион, это если у вас появится собственная среда сценаристов, и в ней будут возникать истории, неразрывно связанные с Енисеем, с Красноярским краем, с Саянами, с, я не знаю, с потрясающими разными ландшафтами, разными климатическими зонами. Если история придумана, написана и пронизана духом Красноярского края, то нигде в другом месте ее не снимут. А сегодня на рынке гигантский дефицит интересных историй. Очень сильно нас похвалили, похвалили продюсеры, что темпы развития кинематографии в Красноярском крае просто удивляют страну. Результаты
очень хорошее. И мы анализировали то, что особенности съемок в Красноярском крае, удобства для кинематографистов, с чем столкнулись, делились опытом именно Красноярский край, все от руководителей муниципальных образований до просто участников киносъемок, именно что принесло для Красноярского края съемки проектов. Знаете, очень приятно представлять фильм на родной земле. Особенно фильм, первый фильм, за который мне не стыдно. Это правда. У этого фильма была такая своеобразная история. Когда первый раз я прочитал сценарий, он назывался «Поп-звезда». И когда мы его прочитали, мы так посмотрели друг на друга и подумали, нас на костре сожгут или на вилы подымут. А вы кто, товарищ полковник? Кто? Я полковник антикоррупционного комитета, МВД, РФ, Мамонтов Дмитрий Андреевич. А что я сделал-то? Что ты сделал? Ты мне проехать не давал. Не всегда думала, обычно русские фильмы, ну, не очень получается. А этот фильм прям удивил, сразу показал весь дух, прям любовь, выражаются все чувства. О, пойдет очень, да. Надо всем подросткам посмотреть его. Да, подмена, да, ценностей.